В эту пятницу в бар на Московском шоссе нагрянули необычные гости. Это сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они осмотрели бар, проверили сотрудников на исполнение законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления. И нарушения нашли. Так возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Если у вас стоит на витрине, вам на ней присутствие, как тоже нарушение В ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлено и пресечено 40 нарушений миграционного законодательства. Сотрудники госавтоинспекции Рязанской области провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятий сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 45 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Из них трое управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии повторно. Рязанская ГИБДД призывает жителей области не допускать своих близких, находящихся в состоянии опьянения, к управлению транспортным средством. Рейдовые мероприятия продолжаются.